Добрый день, друзья. Это, значит, гусеница непарного шелкопряда, которая распространена по всей Европе, Кавказу, Малайзии и так далее. В основном, значит, занимаются объеданием лиственных лесов. Большой вредитель. На них в основном охотятся жуки. Красотель пахучий и семейство жужелиц. Вот наш красотель пахучий. Это очень активный хищник, который охотится только днем и питается исключительно гусеницами полнянок и шелкопрядов. Мы его не кормили 2-3 дня. Мы к нему пустим гусеницу. Друзья, давайте посмотрим, как в природе жужелица охотится на гусеницу шелкопряда. Thank you.